конкурс на 100 доната, а вот у нас и победитель. Проверяй свой счет. Ну а если ты проиграл, это не проблема. Переходи в комментарии, пиши свой никнейм, сервер, на котором ты играешь, и слово «Я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже завтра. Желаю тебе приятного просмотра. Эй, на связи Виталий Старк, и это новая серия на проекте Black Russia. Давайте вновь наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Радую вас каждый день новыми видосиками. Родные, чтобы поиграть со мной, это не проблема. По ссылочке в описании можете скачать игрушечку на свой телефон и играть в моем сервере Black вместе со мной, сниматься в моих роликах. Это не проблема. Но в этой серии я сегодня буду разговаривать с модератором. Это администратор Black сервера. О чем... Вы, наверное, уже немножечко по предыдущему ролику понимаете. И сегодня я буду вновь общаться с этим, с другим, точнее, уже администратором. И все попытаюсь разложить по полочкам. Родные, я тоже человек, мне тоже обидно, но имейте совесть, пожалуйста. Пожалуйста. Все, я желаю вам приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита. Итак, как тебя зовут? Я же всегда ору, я должен подобающим образом себя вести, правильно? Да. Замечательно. Как тебя зовут, я спрашиваю? Меня зовут Ренат. Ренат, замечательно. А уровень админки твой какой? Второй. Сразу предупреждаю, что последующее действие против меня, в отношении меня будет затронуто с твоего рта. Любое предложение, любое сообщение ты будешь снять с поста администратора. Это я заявляю тебе сразу лично, чтобы ты знал. Я это рассматриваю как неадекватное обращение к старшей администрации. Сегодня ты получаешь строгий выговор, как предупреждение за неадекватное отношение. По отношению ко мне, как к куратору администрации, ты получишь строгий выговор. Последующее твое слово в мою сторону будет действовать как противоречие моим словам, и ты будешь снят с поста админа. Это ты понял? Это я тебе сейчас сказал. Да, понял. Замечательно. Так, сейчас я тебе расскажу свою политику, ты расскажешь потом свои вопросы. Давненько-давно меня хотели всегда все слить с админ поста, но плохого людям я ничего не делал. Твоя политика связана с человеком, которого ты защищал. Это Сэдик, который неправ был и поступил неподобающим образом, высмеив попытаться меня, что привело к ошибке. И вы, как стадный инстинкт, да, как самосохранение друг друга, попытались что-то высказать мне. Давай, вот я слушаю тебя. Вопросы. Ну давай, во-первых, ну да, я понимаю, что он не должен был это писать, но ты к нему тэпаешься в АЗ и начинаешь орать на него, вместо того, что он нормально по-человечески объяснил. Так, хорошо, хорошо, стоп, я отвечаю на это. Ты, какой ты модератор? Да. Какого фига ты имеешь право что-то высказать в сторону старшей администрации? Когда идет разговор между человеком, администратором и старшей администрацией, не в зависимости какого повода, на каком основании ты влезаешь в разговор, когда старший администратор, да, по уровню, пытается что-то сделать и предотвратить нарушение администрации младшей уровня. С какой стати ты влез в разговор, я спрашиваю? Ну смотри, в разговор я не влезал, это во-первых. Я стоял в АЗ и слушал, как ты орал на него. Так. А ты ролики мои смотрел хоть раз? Все. Ролики мои смотрел хоть раз? Вот такому, как тебе, нужно объяснять непростыми словами. Не там, Ренатушка, хороший мой. Ну вот так, вот так. Тебе надо объяснять с повышенным тоном, чтобы ты немножечко осознал, что ты в этой ситуации не прав. Ты не прав в том, что ты высказал старшей администрации что-то. Для этого есть форум, для этого есть высшая администрация, ЗГАГА. Они рассматривают каждое мое видео, где многие сливщики пытались меня по видео слить. Но опять же, у меня в голове есть мозг, который работает на все 100%. И я понимаю, что делать можно, а что делать нельзя, Ренат. И ты думаешь, я буду что-то преувеличивать свои возможности для того, чтобы быть снятым, хотя я нахожусь уже на этом сервере 2 года? Ренат, ты думал об этом?
Да, думал. Так. И что ты надумал? Ничего. Ничего. Тогда как? Мне... Нет. Ну, я слушаю. Твои слова, то, что ты сейчас сказал. Давай. Мой мозг не воспринимает то, что сейчас происходит. Да! Я только что это еще сказал. Я только что это и повторил. Так. Ну вот, я не понимаю, что ты сейчас говоришь. Если исходя из твоих слов, то, что ты вчера записывал голосовые. Тогда я думаю, что тебе не нужно находиться на административном посту. Зачем нам администраторы, которые вот... И то громче стучит. Ну, то есть ты говоришь, что я тупой. Вот, это показатель того, что в данный момент Ренат полностью не понимает. И мои слова просто вот только что подтверждают, то, что я был прав в тот момент, то, что ты меня не понимаешь. Где я сказал, что ты, по твоим словам, тупой? Ты вообще что ли, или что? Я тебе реально говорю, как ты прошел обзвон на администратора, если ты вообще сейчас несешь полную пургу? Мне аж становится страшно. Где я сказал, что ты тупой? Где? Ну вот давай процитирую твои слова. Если бы я не был на посту администратора и мы не были в конференции, я бы сказал тебе много чего думаю. Скажу так, что не буду тебя обзывать, не скажу, ты ведешь себя как глупый человек, ты не осознаешь, что как, сейчас как? Я сказал, стой, и ты ведешь себя как, верно? Ну. Все, замечательно. А как приставка? Это разве я тебя оскорбляю? Я сказал, как? Это предположение. Я понимаю, что многого ты еще не знаешь в этой жизни и пытаешься мне что-то высказать, но знаешь, сколько таких администраторов уже было и сколько таких администраторов я проходил? Ты считаешь, что ты сейчас защищаешь человека, который мне в админ-чат написал ответ, а я, по-твоему, глупый, что там должно было написано быть, или что? Ты думаешь, я не знал, что он хотел и имел в виду, и ты такого защищаешь, то, что я орать должен? А как по-другому объяснять, если админы не понимают, когда я говорю 4 раза подряд, не надо ко мне тпшиться, потому что я в данный момент снимаю контент для того, чтобы людей привлечь на наш сервер, где мы работаем вместе с тобой же, коллега. И я не прав, когда админы не понимают этого и опять телепортируются. За это выговор не надо давать? Надо. И ты скажи, вот после таких раз, когда ты сказал один раз нормально, второй, третий и четвертый, когда тебя не понимают, ты думаешь, человек не заводится? Человек не пытается как-то превысить свой голос для того, чтобы нормально объяснить и как может на высоких тонах морально надавить? Вот скажи мне это. Может. Ну вот смотри, кто к тебе требовался? На видосе по-любому есть ники. На видосе нету, на видосов, послушай меня, на видосе нету ников, потому что это была уже окончательная картинка к ролику я делал, пытался сделать, но мне мешали администратор Джошуа или как-то, ну с ними я лично тоже поговорю. Ну это я. А, ты ко мне еще телепортировался? Да. Замечательно, ты еще и получишь, я думаю, 2 выговора сразу. Я просто, ну, у меня скриншот есть, но я просто пока что не смотрел, потому что я вчера поздно приехал ночью. Но строгий выговор, я тебе сказал, ты уже сегодня получишь за некорректное общение и попытка что-то мне доказать в мою сторону противоречия. Хотя ты не прав в данной ситуации. Так вот, если я говорю, значит я говорю. Значит, не надо ко мне телепортироваться. Я надеюсь, ты сейчас это понял? Да. И я попросил, по-нормально, я говорю, я тебя заспавнил первый раз с восклицательными знаками. Второй раз, ты опять, оп-оп, я тебя что-то в слэша помню, предупредил, что-то сказал. По барабану опять, ой, я нечаянно, ой, я случайно. Не надо со мной играть в детские игры. Я не, подожди, я договорю, потом ты договоришь. Со мной не надо в детские игры играть. Я вам как сказал в админском чате, если вы общаетесь между самой, там, между собой, оскорбляете друг друга, для вас это норма, у вас нету никаких рамок, нету никаких субординаций между админами, то тогда это ваше право. Если мне это не нравится, я всегда говорю это в лицо, как я и сказал это вчера. Вы продолжаете настаивать на своей точке. Но, опять же, я являюсь сейчас старшим администратором, да, куратор администрации, это старше тебя по уровню админ. Я тебе сказал, что мне это не нравится. С другими администраторами такого же уровня, ЗГА, если с вами так общаются, можете общаться. Мне без разницы. Но со мной так общаться не надо. Мне не
14 лет, мне не 16 лет, мне не 18 лет, жалко, конечно, мне больше. И я не хочу вот этот детский слад выслушивать, потому что для меня админ пост это уже немножечко более. Я здесь нахожусь 2 года, и 2 года снимаю админский контент. И когда администратор мне пытается что-то доказать, хотя я прекрасно понимаю, что он не прав, то это уже чересчур. Если правда я был не прав, я бы извинился. Заметь, я даже когда прав, я могу, я такой человек, я могу извиниться. Но когда человек не прав и продолжает настаивать на своей точке зрения, недавно придя на админку что-то доказывать, это неподобающий образ твой. Запомни, Ренат, уже очень много было админов, которые пытались что-то доказать. Но опять же, их ум просто не способен это сделать, потому что нету такого, за что меня можно прям реально наказать, снять с админки. Нету. Какие вопросы у тебя еще есть? Вот, хорошо, давай следующее. Давай. Ты, Артём, сегодня сидел в ДС. Так. Артём, можешь вообще в голосовой не говорить мне сейчас, твой голос так раздражает, писклявый. Так. Просто ты настолько не понимаешь. Так, ну. Ну, вот это, да. Так. Почему ты пришел на личность? Какую личность? Я сказал как есть. Я тебе только что сказал, что я говорю все напрямую. Я говорю все напрямую. Человек не потому, что человек не прав в данной ситуации, пытается мне что-то сказать своим голоском. И после этого я ему объяснил, что 7 раз надо отмерить, 1 раз отрезать. Вот ты сейчас задаешь такие вопросы, хотя ты как будто ты меня не слушаешь. Я только что тебе говорю, что сначала что-то спросить, подумай головой, а не буду я выглядеть глупо сейчас? Почему вы идете на пост админа и сейчас пытаетесь что-то доказать, пытаетесь что-то сделать, не понимая чего происходящего, всего происходящего? Мне вот смешно становится, честное слово, товарищи админы. Вы не были здесь как год назад, когда я взялся за админов. Дима ГА был в шоке. Мы снимали по 4 админа в неделю. Бывало и больше. Не знаю, был ты здесь на сервере, не был, видел ты, не видел, видел видос ты, не видел. Но это было. И я хочу сейчас опять взяться за админов. Потому что у вас на сервере, у нас на сервере, нету субординации. И все забыли, что это такое. Либо же просто нужно убрать пару админов, которые разлагают это. Я прав, Ренат? Да. Вот понимаешь, мы можем с тобой общаться нормально. Допустим, ты бы написал ничего такого глупого, сказал: Виталь, можешь, пожалуйста, со мной в Дискорд сходить, пообщаться, ну, насчет этих вопросов, там это все. Окей, я бы зашел, спокойно с тобой пообщался. Но когда ты продолжаешь что-то доказывать, пытаешь меня вывести на эмоции и не говорить, что это так, то я разговариваю по-другому. Вот мы же с тобой могли спокойно пообщаться, Ренат? Вот как сейчас, допустим, вот так. Да, могли. Могли, но... Я тебя звал еще в Дискорд, ты написал, что с тобой нет смысла идти в Дискорд, ты уже показал себя. Ну, на самом деле, ты даже и вот сейчас мы с тобой общались, ты многое не понял, опять задаешь такие вопросы. Ну, ладно. Вот, но это ничего, не подумай. Вот. Мы могли с тобой пообщаться нормально, вот реально нормально, но вы многого не осознаете. Я никогда не пытаюсь сделать плохо администратору, я никогда не пытаюсь сделать плохо игроку. Я всегда пытаюсь сделать так, чтобы не слили сервер, чтобы не предвзято относились к младшей администрации. Но когда младшая администрация пытается высказывать в сторону старшей администрации, пытается как-то затронуть достоинство. Вот в данный момент мне было неприятно, да, вчера, вот честно тебе скажу открыто, потому что я привык все в лицо говорить, мне было неприятно. Я снимал видео, меня просто трясло, вот знаешь, это такое чувство, когда, ну не как трясло, а просто хотел в лоб прям, знаете, в жизни подойти и щелкнуть в лоб. Вот такое было у меня... Ну, состояние тела. Понял, какое у меня? Вот как до чего вы меня просто довели. Хотя можно было просто промолчать, когда я сказал. И все было бы отлично. Но, опять же, вы же говорите, что я всегда ору. А доводите кто до этого состояния? Либо читеры, либо админы, которые не понимают всей сути происходящего. Вот, надеюсь, что после этого разговора ты не будешь на меня обижаться, когда получишь строгий выговор, но ты будешь понимать, за что. И что со мной можно нормально пообщаться и не предвзято. Правильно? Да.
Я всегда, вот, допустим, да, не знаю, кто там из админ-состава остался, но я всегда пытался помочь админам, да, всегда пытался отстаивать их права. Допустим, если какие-то админы предвзято относятся к другим, я всегда пытался помочь этим администраторам, и те администраторы даже были сняты. Тоже были у меня такие ролики на канале. Поэтому вы вот то, что пытаетесь мне высказать, вы сначала обдумайте, а стоит ли, либо же пообщаться нормально. Но никогда не пытайтесь... старшую администрацию выводить из себя. Не надо. Просто это нарушение, во-первых, субординации по отношению к старшей администрации. Во-вторых, это неправильное мышление ваше. Если вы уверены на все 100%, то да. Но можно это обойтись без попытки как-то унизить, попытаться вот толпой, да, стадный инстинкт у вас вчера сработал, но попали под раздачу не все. Насчет Артемки я подумаю, вот, скорее всего, он выговор не получит, потому что он, ну, более осознал. А ты до сих пор выпендривался, и я думаю, строгий выговор, это будет тебе признаком того, что вот ты осознаешь свои ошибки, и больше ты это не сделаешь. Потому что я сказал, в следующий раз... Ну, я тебя вначале предупредил, надеюсь, ты понял, что будет снятие. Вот, вот скажи, вот, вот что лично вот я тебе плохого сделал? Ничего же? Ну, вообще нет. Вот. А если бы ты меня попросил помощи, думаешь, я бы тебе не помог? Если бы тебя кто-то там гнобил, загает или га, ты думаешь, у меня мало возможностей? Может, помог бы. Вот. Вот прежде чем что-то про меня плохое писать, ты подумай, а что я мог бы сделать для тебя? Много всего. И даже сейчас, да, допустим, вот мы с тобой пообщались, я там вначале там эмоционально с тобой пообщался, но я тебе объяснил почему. И вот сейчас, допустим, если у тебя что-то случается, на тебя вдруг ЗГА просто подходит и говорит, ты такой сякой, оп-оп, ты думаешь, мы его не снимем? Снимем. Ну, смотри, наши ЗГА так не могут сказать. Вот, я говорю... Не-не-не-не-не, я не говорю. Нет, они молодцы, да, окей. А, просто я тебе говорю, вот, если бы случилось даже такое, понимаешь? И я всегда в любой момент могу помочь всем, чем смогу. Но ко мне отношение, вот как игроки пытаются там оскорбить меня, они неправы, они пытаются попасть в ролик. А вы пытаетесь стадный инстинкт показать, хотя я плохого вам лично ничего не делал. Просто админы тоже, бывает, перебарщивают, вот, допустим, телепортируются, когда я снимаю контент. А, не знаю, слышал ты на собрании или нет, когда ГА говорил по поводу того, не надо ко мне телепортироваться, когда я занят. Если я не занят, я сам скажу и... Можно и нельзя. И я тоже, когда залетал, не знаю, может, и на админке еще не был, по поводу этого говорил. Но не суть. Короче, Ренат, ты осознал это? Да. Что я на самом деле не такой, как ты думаешь. Да. Я тоже человек, мне тоже обидно бывает. Но когда ты прошел через огонь и воду на этом сервере, и тебе пытаются что-то доказать... Ты сам понимаешь, какое у меня сразу состояние. Это жесть. Это тяжело. Да, понимаю. Все, Ренат? Да. Я хороший? Возможно. Не буду утверждать. Не будешь утверждать, значит, у тебя есть еще какие-то вопросы? Нет, вопросов больше нет. Замечательно. Все, ты свободен. Да, давай, пока. Ребят, ну и что скажете? Вот что скажете? А для чего я вам это все показываю? Для того, чтобы вы понимали и вообще видели разговор со стороны. Что я хочу вам донести, что пытается донести администратор до вас, да, до меня. И человек, который не продумает всю эту информацию, не пережевывает, не проверяет, это недостоверная информация. И пытаться меня как-то завалить не получится. Потому что я никогда не сделаю так, чтобы меня сняли за грубое нарушение, за нарушение и так далее. Потому что я уже 2 года здесь с вами плечо о плечо иду только вперед и буду идти. Ребята, давайте, до новых встреч. Пока.